Центральной детской школе искусств состоялся кинопоказ в рамках фестиваля «Герои войны, герои спорта». Школьники посмотрели фильм «С мячом в Британию» о том, как в 1945 году футболисты ФК «Динамо» отправились в Англию, чтобы сыграть с лучшими клубами королевства. В итоге наша команда не потерпела ни одного поражения, а разница забитых мячей составила 19-9 в пользу москвичей. Спасибо большое директору и управлению по образованию, которые привели ребят. И это очень действительно важно сейчас знать, не только военные, но и спортивные достижения, потому что это было давно, и ребята сейчас с огромным вниманием слушают. Мероприятие организовали активисты «Единой России» в рамках партийного проекта «Детский спорт». Помимо демонстрации фильмов, программа также предусматривает встречи с известными тренерами и спортсменами.